Такие большие. Ну, в Майами. Денежки и рыбки. А здесь на Сани-Айла строится новый небоскреб. Видимо, вот такой какой-то. Работает каждый день. А сейчас мы заглянем в стройку. Посмотрите, как здесь все интересно. Вот такой вот котлован вырыли. Не такой уж сильный и глубокий, но тем не менее. И вот там вот они что-то бурят. Вышли мы к пляжу. Это вот зона при отеле. То есть это не отель, это, возможно, апартаменты сдаются в аренду на длительный и короткий срок. Может быть, также здесь и владельцы живут. Вот это приотельные лежаки вот и зонтики. Да, нормально так оно устроилось. О, смотри, для влюбленных даже есть. Ну а смысл такой, что все пляжи здесь не частные, а публичные. И поэтому здесь можно каждому желающему загорать. Только единственное, если не хотите платить за лежаки, то придется с собой что-то брать или прямо на песочке загорать. Вот такая красота. Видите, как народу мало. А вот, посмотрите, старая еще гостиница. Одноэтажная. Нет, она двухэтажная, по-моему. Здесь уже никого нет, ее будут сносить. И на месте, видимо, что-то могут построить. Какой-нибудь такой красивый небоскреб. Такая красота. Что-то чайки слетели с деревьями. А у нас нет ничего покушать. Все шито. Абсолютно ничего. Вот мы тут в своих полотенцах. Були, думают, у нас что-то нет. Что? Что? А нету ничего. Мы не обманываем, правда, ничего нет. Нельзя. Нет, я не успела заснять, я снимаю это совсем. А что было? Так, вот наши апартаменты. Это даже не гостиница, здесь снимают на короткое время приезжие. Похоже на квартиры, в принципе. Что-то среднее между отелем и квартирой. Мы сняли двухкомнатную квартиру, двухспальневую, за $100 в сутки. До 2 часов мы можем здесь находиться. Здесь парковка включена. И я покажу, как там внутри. Вот там бассейн. Мы на бассейн не ходили, мы ходили на пляж. В принципе, сейчас хорошее время. Покажем, как будет внутри. Здесь даже есть парковка для велосипедов. Здесь также у каждого, кто здесь живет долго, свое место парковочное. А те, кто на пару дней, на один денек, могут парковать машину вот здесь, что мы сделали. Мы живем на втором этаже. Это вторая линия от моря, от океана, точнее. И вот как у нас внутри.
двуспальные апартаменты. Здесь, значит, получается вот такое все в зеркалах. Это первая спальня, она поменьше. Здесь комод, все в зеркалах. Здесь также две ванны, два санузла. Вот здесь санузел первый. Проходим насквозь. Здесь, значит, у нас мастер-бедрум, большая спальня. Так, идем дальше. Так, покажу вид из окна. Ничего такого особенного здесь нет. Вот такой вот вид. Это вторая линия. Там уже через дорогу океан. Все в зеркалах. Идем дальше. Здесь такая кладовочка для полотенец и так далее. Здесь еще один санузел с душевой. Такой камешек на полу. Кое-где сделан, видно, ремонт. Идем дальше. Сейчас я вам покажу секретную вещь. Я даже не ожидала, что здесь такое может быть. Вот это ванна еще одна. Она здесь вот так запрятана. То есть здесь... Я думала, это шифонер, а это ванна. Представляете? Где-то здесь, значит, включается свет. Я так понимаю. И можно помыться потом вот так вот раз... На самом деле это такой зеркальный шкаф. Не подумай, что там ванна. Никогда такого дизайнерского решения не видела. Это обеденная зона. Тоже все видите, все в зеркалах. Здесь такая кухня небольшая. Холодильник. Здесь есть посуда кое-какая. То есть, если кто-то остается на долгое время, больше, чем на день. Плита, тостер. Все, в принципе, что может пригодиться для готовки. И такая вот есть зона отдыха. Это living room называется. Диванчик. В принципе, здесь, получается, можно жить двум семьям. Курить здесь нельзя. Вот такой балкон есть. Я выходить не буду. В принципе, здесь тихо. И во всю стену идут зеркала. Вот такая вот квартирка стоит $100 в сутки. Нам обошлась. Мы решили перекусить перед тем, как поехать обратно домой. Здесь открыли рядом с Калинкой, магазинчиком на Sunny Isles, новый магазин и также кафе «Матрешка». Там, в принципе, вкусненькая такая русская еда. Можно поесть недорого, долларов на 30 на двоих. Очень даже хорошо покушать и попить. Так что идем. Такой вот магазинчик. Цены здесь обычные для русского магазина. Быстренько пройдемся. Здесь даже зелень есть. И молочные продукты. Здесь очень много русскоговорящих, поэтому здесь этот магазин всегда будет доступен. Торты, сыры, вот, готовые различные вкусняшки. Все выглядит очень вкусно, блинчики и так далее. Большой выбор. Также вот можно себе набрать.
сегодня... Кого? Да, его переместили. Сегодня что-то новенькое. Также на русском языке. Салатики разные. Также есть черная икра. Все они выглядят. Соленая рыбка. В общем, мы поехали домой. Всем пока.